Так, друзья, это у нас Айсин автомат от Opel 6041 или как 60? Да. 6040. Один. 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 Чаще всего мы встречаем эти коробки на Opel'ях. В принципе, у нас уже Opel один стоит в работе. Нет задней передачи. Разбираем, дефектуем, смотрим, ищем. Заднюю передачу. Где ты? Задняя. Так, друзья, значит, что у нас? У нас сгорел пакет. Боже, тоненький. Тоненький. Не лазу все. Да, тоненький. Не, волнообразная. Ага. А температуру деформировала. Да. Даже крышка, на удивление, целая. Обалдеть. Не ожидал такого счастья. Крышка целая? Да, вот. Это остатки Роша из подписался. Тормозная лента, фрики, оверол. Да, полный комплект. Там фильтр. Фильтр. Там, фильтр вот он. Фильтр там. Фильтр там, фильтр там, фильтр там. Фильтр. А, она еще ржавенькая, видимо, у нее сахарочек. Антифриз где-то был или что? Они такие сейчас вообще были. Эмульсия. Да это вот вентиляция. Так, друзья, а наш Айсин готов. Как я говорил, 6040. АФ 17. А вон он и опелек. Так, друзья, по факту у нас получаются планетарки целые, солнышки целые. Даже какой-то пакет фрикционов. По факту все остальные пакеты фрикционов целые. Да. Этот агрегат еще можно восстановить, и он, у него есть надежда на жизнь. Потому что машина приехала вперед, она ехала. Задним ходом она у нее ничего не ехала. Ну, в принципе, заднего хода и нет. Лошадь поломана. Да, друзья мои, а у нас получается наш 6040 то уже собирается. Значит, что мы взяли? Мы купили прокладочный комплект. Кстати, Тейрплант пользуется таким же прокладочным комплектом. Он китайский. Фильтр, которым мы пользуемся. Он тоже китайский, но он хорошего качества. То есть это проверенный уже поставщик. То есть, ну и здесь новая тормозная лента. Да где наши фрикциончики? Или вы уже поставили? Ну это старые, а новые? Вы уже поставили? А новые вот. Новый пакет. Всего лишь мы берем раз, два, три. Три фрикциона. Остальные. Вот. Так что меняем все резинки, все уплотнения, теплоновые кольца и собираем.